Теперь, когда мы нашли короля, передо мной встал трудный выбор. Уильям и Сирена собрались в дорогу, и в это же время лорд Барклай пришел вести переговоры. Я должен решить, какой путь выберу. Давай, Мэтью, чего ты ждешь? Людям нужны такие правители, как мы, Мэтью. Люди, которые не боятся принимать неприятные решения, если они необходимы. Вместе мы сможем поднять эту страну с колен. Поднять с колен? Ты проложил себе путь огнем и мечом. Под твоей властью люди не будут знать ничего, кроме нищеты. Должен ли я последовать зову сердца и сохранить верность другу, или стоит объединиться с Барклаем и попытаться захватить престол? Сегодня вечером мы направимся к аббатству Сирены. Ты, Мэтью, разберешься с Аббатисой, а Паскаль будет тушить пожары, которые ты разжег. Прежде чем любовники уехали, она выболтала, что король прячется у нее. Если мы поспешим, то сможем поймать этого труса до того, как он снова сбежит. Какая новость. Отлично. По правде говоря, я устал от бесконечной и безрезультатной войны, которую вел сэр Уильям. Барклай и Ястреб — опасные люди, но только с их помощью я смогу добиться власти, которой так жажду. К оружию! Да, сэр? Готовьтесь! В колонну! Я отвлеку их своими требюше. Время избранным решить, осмелится ли он оспаривать корону. Мы готовы! Готовь копья! Сомкнуть ряды! За нашего повелителя! Мы идем! У вас проблемы? Где враги? Все будет в порядке, ребята! Помните, чему вас учили? Не расходиться! Есть ваша ответа! Лучники идут! Где драка? Каков наш план? Постараемся, сэр! Наши луки будут петь! Мы обо всем позаботимся. На нашу честь! Чего? Ну, только пусти нас в бой. Булавы — это серьезно. Мы будем храбро сражаться. За стены! Что вы хотите, мой лорд? Мы идем? Что прикажете, мой лорд? На стены! На стены! Мы нужны вам! К оружию! Готовьтесь! Пойдем, парни! Мечники ждут ваших приказаний!
Скажите Вильяму, что я люблю его. Здесь нет подписи короля. Неважно. Епископ готов возвести на престол нового правителя. Подпиши здесь. Подожди, мы договорились, что будем равны. Король может быть только один. Пусть твой писец подготовит новый указ. Королем станет тот, кто принесет церкви корону.